Всем привет! Сегодня мы будем готовить куриные желудки в сметанном соусе. Это очень вкусное блюдо, очень простое. Как видите, вот все ингредиенты перед вами. У меня полкило желудков. Луковичку можно взять одну или две, это по вкусу. И сметаны, грамм 150-200. У меня вот такая вот жирненькая домашняя. Ну, в принципе, можно взять любой жирности, какой хотите. Ну, естественно, специи нам понадобятся, само собой. К тому же, как и все субпродукты, желудки относятся к диетическим достаточно блюдам. Плюс они достаточно недорогие по сравнению с мясом и даже с курицей. Для начала мы займемся луком. Нам нужно его почистить. Сковородку сразу ставим разогреваться. Лук нам нужно будет нарезать на кубики. Вот таким образом. Сразу выкладываем в сковороду. Лук мы обжариваем буквально минут 10. Нам нужно, чтобы он стал мягеньким и слегка уже так зажелтел, скажем так. Обжариваем на среднем огне. Не забываем помешивать. Пока лук жарится, мы занимаемся желудочками. Нам нужно их очень хорошо просмотреть, промыть. Если вдруг где-то попадаются желтенькие пленочки, вот внутренние, все это убрать. Может быть, где-то там жирок не очень красивый. В общем, все тщательно просмотреть и промыть. Теперь желудочки нам нужно нарезать. Постарайтесь, чтобы кусочки были не очень мелкие, потому что они ужарится, чтобы у вас не получилась каша. Все зависит от размера желудков, потому что бывают крупные, бывают мелкие, смотрите сами. Теперь нам нужно желудки обжарить вместе с луком. Делаем самый большой огонь, выкладываем и на самом большом огне вот так буквально несколько минут обжариваем. Нам нужно просто, чтобы они схватились и как бы корочкой покрылись, чтобы сок остался внутри. Просто мешаем и следим. В общем, когда они цвет поменяют, вы увидите. Это будет считаться уже, что они у нас готовы. Вот буквально пару минут. И желудки стали вот такого серенького цвета, скажем так. Это делается для того, чтобы они просто остались внутри сочными. Вот и все. Теперь делаем огонь самый-самый маленький. Накрываем крышечкой. И нам нужно его оставить, потушиться, потомиться минут где-то 30-40. Он будет томиться в собственном соку. Нам в это время нужно будет просто посматривать, не забывать, помешивать. Если вдруг жидкость, вот которая сейчас из желудков как бы выходит, в ней будет кипеть. Если эта жидкость выпарится, не бойтесь подлить водички. То есть 30-40 минут смотрим и ждем. Сердечки у нас практически готовы. Прошло 40 минут. Воду я, кстати, подливала уже дважды. Теперь нам все это нужно залить водичкой и дать закипеть. После этого добавляем сюда сметану. Перемешиваем хорошенечко и опять дожидаемся, когда сметана закипит, чтобы она вся у нас разошлась. Как только все закипело, теперь нужно добавлять все специи. Соль, черный перчик, это в обязательном порядке. Все это добавляется по вкусу. Лавровый лист обязательно. Остальные приправы исключительно на ваш вкус. Можно немного зелени добавить, можно горчицу. Это все сюда замечательно подойдет. В общем, это дело вкуса. Все перемешиваем и оставляем еще немножко потомиться, ну буквально минут 5, может быть 10 максимум. Желудочки готовы.
Их можно подавать. Обязательно попробуйте, чтобы у вас все приправки были по вашему вкусу. И соль, и перец, или даже сахар, если вдруг сметанка будет кисленькая. Подходят желудочки к любому абсолютно гарниру. К крупам, к картошке, к макаронам. Совсем получается очень вкусно. Вот так вот легко, просто, недорого. Очень вкусно и сытно. Попробуйте сами приготовить. Всем спасибо и приятного аппетита. Пока-пока.